Анимированные ролики сегодня это не такой уж сложный для производства формат, как может показаться в начале. Дело в том, что сейчас есть сервисы, позволяющие вам не отрисовывать каждую фигурку, каждый кадрик, каждое движение от руки, а собирать, как бы конструировать вашу анимационную историю, анимированную историю, конструировать из готовых шаблонов, из готовых образов. Но тем не менее, как бы вы ни делали технологически анимированный ролик, рисовали бы, заказывали бы у аниматора, у художника, у иллюстраторов, либо собирали какую-то историю сами, вне зависимости от этого вам понадобится сценарий, вам понадобится представление, что в каждый момент, вам понадобится раскадровка, вам нужно показать и для себя сделать план, что будет в каждом кадре, как он будет выглядеть, какие там будут образы, какое будет действие. То есть в данном случае, каким бы сервисом вы ни воспользовались, вам понадобится визуальный план, да, режиссерский сценарий, как ваш ролик будет выглядеть.